Цього року все прогресивне людство відзначало 50-річчя найулюбленішого і найневибагливішого радянського автомобіля – першого «Запорожця». Інтерес до мікролітражних машин виник у світі в середині 50-х років. У різних країнах з'явилися численні зразки – від різноманітних мотоколясок до зменшених копій авто традиційного компонування. Не залишився осторонь від нової течії в автомобілебудуванні і Радянський Союз. На Заході більша частина машин подібного класу в ті роки будувалася на основі задньомоторного компонування. Саме на цьому і вирішили зупинитися, хоча в СРСР задньомоторні легкові машини ще ніколи не випускалися. З 1956 року МЗМА припинив виробництво малогабаритного і легкого чотиримісного «Москвича 401», перейшовши до випуску більш місткого, комфортабельного і природно дорожчого «Москвича 402». Таким чином, у модельному ряду радянських легкових автомобілів з'явилася ніша недорогого легкового автомобіля для особистого користування. Ідея Хрущова. Маленькие квартиры, которыми обеспечили жителей бараков, и маленькие автомобили, которыми им должны были обеспечить всех желающих. И тут, опять же, мы не будем создавать велосипед сами, мы сделаем с Запада. Был взят известный тогда хит Fiat 600 итальянский, а двигатель для него создан в НАМИ. Вот по мотивам двигателя Volkswagen Жук. Этим и занимался Вассерман, адаптация автомобиля, спроектированным в НАМИ, для производства под маркой «Москвич 444» на заводе малолитражных автомобилей «ЗМА». Но все знали, что мощностей в Москве под этот автомобиль нету. И производства в Москве не будет. Называли его «Фиат Volkswagenович», по вышеизложенным соображениям, и думали, кому бы перебросить. Хрущев в директивном порядке решает завод «Коммунар», создававший трактора, сельхозтехнику, переоборудовать на производство легковых автомобилей. Так Вассерман и еще группа конструкторов попадает в Запорожье. Создается автомобиль, которого никто не хотел, но потом полюбили все. Робота над новою машиною, що одержала найменування «Москвич 444», почалася восени 1956 року під керівництвом головного конструктора заводу Олександра Андронова. За зразок взяли «Фіат 600» як найбільш вдалий і сучасний автомобіль у цьому класі, що випускався з 1955 року. Машину не сліпо копіювали, а використали загальні принципи конструкції відносно кузова, трансмісії, рульового керування, незалежної пружинної підвіски задніх коліс і передньої підвіски на лише одній поперечній рисорі. З огляду на дорожні умови країни, радянські конструктори були змушені збільшити розмір шини з 12 до 13 дюймів. Цей крок вимагав зміни підвіски коліс, збільшення об'єму колісних ніж та внесення істотних коректив у компонування машини. Перший дослідний зразок «Москвича 444» виготовили в жовтні 1957 року. На ньому встановили не чотирициліндровий рядний двигун водяного охолодження, як на «Фіаті», а двоциліндровий опозитний мотор МД-65 Ірбітського мотоциклетного заводу, що мав повітряне охолодження. На той момент в Україні не було іншого відповідного силового агрегату, тому ставку зробили на нього. Як показали випробування, двигун МД-65 не підходив для автомобіля по цілому ряду причин. На стенді він розвивав потужність усього 17,5 кінських сил. Звідси незадовільна динаміка машини і низька максимальна швидкість – 80 км за годину замість проектних 95. Крім того, цей мотор працював шумно, погано охолоджувався і був недовговічним. Строк його служби до капітального ремонту становив всього 30 000 км.
Тому на МЗМА спробували сконструювати власний двоциліндровий опозитний двигун, аналогічний французькому «Сітроену» з повітряним охолодженням і робочим об'ємом 748 кубічних сантиметрів. Але в 1958 році він ще тільки проходив стендові випробування. Тому тимчасово на вдосконалений дослідний зразок «Москвича-444» поставили опозитний двигун від мікролітражного автомобіля BMW 600. Картер цього мотора був значно меншим, тому вдалося відмовитися від колісних редукторів і зменшити непідресорені маси. Передню підвіску на поздовжніх балансирних важелях і пластинчастих торсіонах підгледіли в автомобіля Volkswagen Жук. Природно, у зв'язку з внесеними змінами треба було частково модернізувати кузов моделі. Саме цей пізній варіант «Москвича» став прототипом для майбутнього «Запорожця». Восени 1958 року було ухвалене рішення перепрофілювати під випуск нового мікроавтомобіля комбайновий завод «Комунар» в Запоріжжі. А двигуни для нових машин повинен був виробляти розташований поблизу Мелітопольський моторний завод. Наприкінці 1958 року в конструкторське бюро МЗМА прибула бригада інженерів із ЗАЗу, що разом з московськими конструкторами приступила до підготовки технічної документації для серійного виробництва нового автомобіля. Коли отримали ми технічне завдання на розробку автомобіля особо малого класу, то ми где оговорено было вес, его габариты и компоновка. И представлены были макетные образцы этих машин. Собрали мы и европейские вот эти микроавтомобильчики. И когда проверили их, изучили и проверили, то оказалось, что нам такая машина не подходит. Дело в том, что нам необходима была машина, на все случаи жизни. То есть по нашим дорогам эти машины жить не могли. Короткоходовые подвески с динамическим ходом где-то 30-40 миллиметров, куда по нашим городам, даже не только по сельской местности и городу. А тут были чисто для городского передвижения. Поэтому стала задача, как сделать в эти 600 килограммов уложиться и сделать надежную машину, способную работать в наших дорожных условиях, а точнее по бездорожью, и обеспечить достаточный ресурс. А обеспечить ресурс для маленькой машины 600 килограмм – это не так просто. Лучше подходил больше всего это Fiat 600, но дело в том, что он 585 килограмм весил. И на месяц его и не хватило по нашим прикидочным испытаниям. Поэтому изготовили макетный образец, свой уже, потому что те макеты были, они никакого дизайна, просто набор элементов, чтобы показать примерно, какая должна быть машина, и не больше. Поэтому макетный образец был изготовлен в пластилине, ну а затем уже чертежи, документацию. И начали изготавливать образцы. У той же час, з 1955 по 1959 рік, у НАМІ працювали над створенням чотириціліндрових моторів повітряного охолодження. Саме такий двигун з V-подібним розташуванням циліндрів об'ємом 752 кубічних сантиметри вирішено було встановити на серійний ЗАЗ-965. Двигун об'єднали з коробкою передач, головною передачею і диференціалом в єдиний силовий агрегат, що дозволило дуже компактно розмістити його в задній частині кузова, звільнивши простір для розміщення пасажирів та їхнього багажу. Ну, вначале двигатель был оппозитный, типа Volkswagen, четырехцилиндровый, 23 силы. Проводили испытания на нем, с этим двигателем. Там их два десятка было, последний, 20-й номер, умер. А когда начали уже
вплотную мелитопольцы решили ее все заново сделать, то с нами дали нам V-образный двигатель. Этот не автомобильный двигатель. Это был разработан двигатель для стационарок военного заказа. Это для электростанций, там, высокочастотные генераторы там, и прочее крути стационарно. Он совершенно не был готов, это тоже макет был. И мелитопольцы с ума сходили, как сделать его работоспособным, этот двигатель. За сталою традицією, дослідний зразок автомобіля в липні 1960 року привезли для показу в Кремль. Хрущов залишився задоволений машиною, заявивши, «Запорожець буде гарним подарунком для трудящих. Необхідно лише, щоб він був доступний за ціною». Для ЗАЗ-965 вона склала 1,8 тисяч після реформених рублів. Примірно в маї місяці ми отримали повідомлення про те, що в июне, по-моему, должны быть показ уже образцов этих. Ну, Мелитополь поработал с силовыми агрегатами, мы поработали с машиной. Таким образом подготовили две машины эти. Ну, а своим ходом не рискнули его, потому что мало ли что может случиться в дороге. Поэтому на грузовике отправили в Москву. Ну, там по спрессе мы неделю простояли, а потом вызвали нас в Кремль, поставили их. Выходит Хрущев, за ним Брежнев и все политбюро, вот этой цепочкой. Обошли. Ну, Хрущев сразу удивился, что такая маленькая, аккуратненькая машина. Осмотрели, там проблемы по организационным вопросам были. А после этого Хрущев сел к Сорочкину, главный конструктор, а Брежнев к моей машине. И вот это поехали по Кремлевской площади. Ну, ездок он, конечно, очень грубый, так грубо пользовался. Но, тем не менее, покатался, он был в восторге. Это незаменимая машина. Все, я беру. Оставьте здесь, я буду на охоту ездить. Это его дословно. Потом, когда приехали, начали осматривать, все политбюро вот это осматривало. Ну, замечаний таких, в общем-то, не было. Единственное, с Госплана кто-то, так говорит, я уже не помню, кто, высокий такой, 1,90 м, наверное. Говорит, я попробовал сзади тесновато. А Хрущев, а что тебе сзади делать? Ты что, забыл, что в семье только два взрослых, остальные дети? А если дети вырастут такие, как ты, значит, они должны купить себе еще машину. И пусть сами ездят уже с детьми. Ну, так посмеялись. Ну, критических замечаний, в общем-то, не было. Там одобрение полное было. У 1960 році на ЗАЗі повним ходом йшла підготовка до виробництва нової машини. Перша партія була зібрана 22 листопада, а до кінця року з конвеєра зійшло біля 1500 запорожців. Всі недоліки усувалися в ході постановки машини на конвеєр, тобто у найжорстокіших умовах. Мы практически за полгода довели эту машину. А работали, что так, световой день, каждый день световой день. И в любую погоду. Колесник так говорил. А гололед, вот и проверяйте, как она будет вести себя в гололеде. Заносы, видимости нет, проверяйте, как она будет в этих условиях работать.
машина может попадать, и человек с машиной может попадать. Любые условия. Она должна его вывести оттуда. Какие замечания будут, значит, будем думать, будем устранять. Запорожець одержав несучий двохдверний кузов. Мінімальна кількість дверей значно підвищила жорсткість компактного кузова. Крім того, дводверна конструкція дозволила зробити наявні двері широкими, що особливо важливо для людей з обмеженими фізичними можливостями. До 30% запорізьких автомобілів планувалося оснащувати ручним керуванням для інвалідів. Із цією ж метою на першому Запорожці двері навісили на задніх петлях, а не на передніх. І хоча така конструкція вважалася застарілою, вона сприяла більш зручному входу-виходу з машини. По технічному заданню це було говорено, обов'язково, що двері повинна відкриватися спереді. А коли примінили замок, виход 6 мм, вот защёлки. И вот на сложных дорожных условиях, особенно на сдвинутой дороге, это типа стиральная доска. Вибрация всего кузова, деформация кузова, и дверь раскрывалась на ходу. Раскрывается дверь, ударяется о боковину, а после назад уходят. Почему-то непонятно. Поэтому пришлось вместо 6 мм выход сделать 9 мм. Ну а после, когда ввели 9 мм, в общем-то, эта проблема была снята. Были у нас разработки, правда, потребовало усиление. Здесь передние стойки, сзади дверь открывалась. Но освоить его так не смогли. То есть модификаций было много. Автомобілі перших випусків оснащувалися підфарниками, розташованими на передніх крилах зверху, але дуже скоро вони перемістилися вниз, на переднє облицювання. У той же час для кращого охолодження двигуна на кришці капота зверху розташували великий отвір із сіткою замість неефективних луврів. Маленький в'юнкий автомобіль із самого початку сподобався споживачам. Одна із таких машин виявилася в наші дні в запорізькому авторетро-клубі «Фаетон». Знайшли ми його на окраїні Запорожжя. Був він в отличному состоянии, достатньо ходу, дуже хорошого состояния. У нього одна була проблема, він своє время уїхав в кювет і ліг на бок. Тобто пом'ята причина була, за счет этого на ньому ніхто не їздив. Никто не ездил, стоял в курятнике, ну это классический случай в курятнике, то есть курами засиженный. Нашли, купили за небольшие деньги, и когда начали разбираться, он оказался в экспортном исполнении, то есть так называемая Ялта знаменитая. Достаточно быстро установили, где-то за месяца 3-4 его установили. Хорошая комплектация, практически полностью оригинальная, пришлось перетянуть салон, ну и перекрасить машину, потому что ну, уже было ржавчина, ну выглядело ржавчина, скажем так. Так в нашей коллекции появилась эта машинка, мы очень любим, она героя многих рекламных сюжетов. На День города мы всегда на ней выезжаем. Але якщо сьогодні горбатий запорожець – це предмет колекціонування, то піввіку тому це був новий засіб пересування. Чергове дітище радянського автопрому по достоїнству оцінили покупці. Серед основних переваг новинки були маневреність і економічність. Незалежна підвіска всіх коліс забезпечувала автомобілю непогану стабільність і керованість на дорозі. Крім того, мала маса силового агрегату і простота його конструкції дозволяли ремонтувати авто практично у чистому полі. З перших же днів машина стала об'єктом жартів і веселих історій. Горбатый, такая легенда, вот вы все знаете анекдот о сержанте Петренко, да? Сержант Петренко, сержант Петренко. По одной из версий, эти анекдоты пошли после того, когда в 60-м году пошел цикл рекламных статей в различных журналах и газетах об этом запорожце. То есть автозавод коммунаро переживал о том, что будут продаваться машины, не будут продаваться. Ну, реально опасения такие были, потому что после победы москвичей, ну, неоднозначная машинка была.
И вот содержание этой статьи было о том, что сержант Петренко где-то там между Мелитополем и Запорожьем остановил испытателя и начал задавать вопросы. И там постоянно звучало: сержант Петренко, сержант Петренко. Это реальная история, причем есть текст этой рекламной статьи. Ну, это, знаете, так одна из таких интересных моментов об этой машине, потому что 60-й год, все очень интересовались, и, в принципе, машину устанавливали сержанты только потому, что вот никто ее не видел еще. И он задал вопрос: вот вы знаете, вот у меня отец инвалид, хорошо было бы ему такую машинку, маленькая, юркая, ему было удобно садиться в нее и так далее. Потому что запорожцы очень массово пошли именно как в инвалидном исполнении. Вот такая интересная история. Вообще про Горбатую историй очень много. Очень много историй. И я считаю, что это один из самых удачных малолитражных автомобилей Советского Союза. У 1962 році на кіноекрани виходить комедія «Три плюс два», в якій героїні подорожують до Чорного моря на маленькому запорожці. Незважаючи на компактні розміри, багато радянських громадян цілими родинами колесили на таких авто по всій країні. Не обійшли увагою наш Горбатий навіть голівудські режисери, підготувавши для зустрічі Джеймса Бонда на теренах Росії симпатичного малюка, який чомусь не хотів нормально їздити без допомоги кувалди. Отлічна машина. Це трошки ще ні разу мені не підводила. Страшна, як чорт на своє діло ділає. Народ у нас отчаянный был. На запорожцах ездили по всей стране. Честно говоря, я слабо представляю, как можно было на нем съездить хотя бы в Ялту. На нем ездили и в Кавказ, и в Крым. И есть данные на Дальнем Востоке, как ездили Запорожье туда. В Москву ездили на них нормально, без проблем. Я выхаживал, машинка достаточно надежная была. С маленьким расходом топлива. Расход топлива вообще удивлял людей. Народ говорит, как у мотоцикла на самом деле. Да, ресурс небольшой, да, подвеска передняя подводила частенько, но с точки зрения экономичности и других, как бы, по удобству машинка была достаточно на уровне. Причем на начало выпуска она была на уровне по сравнению с зарубежными аналогами. Уровень был достаточно приличный в то время. Окремі ентузіасти об'їхали на Запорожці весь Радянський Союз. Тут беру обыкновенный атлас, сажусь перед отпуском и рассчитываю маршрут. Полмесяца мы с детьми путешествуем. Полмесяца – это вот мы отдыхаем на море. Ну и отдых уже выбрали около Керчи. Там такие холмы, грунт такой, глина, она липкая, есть и дождь. Вот так вот наматывают это все на колеса. Вот, и проехать даже нельзя. Там только можно, и там крутой съезд. Ну, место там прекрасное, но в этом в ложбинке защищает от ветра только один доступ с этого с Азовского моря. Вот. Там мы несколько лет отдыхали. Вот, потом на Черном море, там в заливе отдыхали. Там тоже база была с товарищем. Мы поехали, попросили, чтобы вместе вроде отдыхать, около Феодосии. Ну и потом уже, когда эти путешествия шли, со временем что-то едешь дальше. Вот. Ну и потом пошел уже что? Пошел, допустим, запланировал я эту поездку, чтобы проехать эту вот военную грузинскую дорогу, но это была самая длинная поездка. Это маршрут у меня был Киев. Ну, то есть с детьми посоветовались, захотел ему показать это вот Сталинград. То есть Волгу, Сталинград и так далее. Так вот маршрут был Киев, Сталинград. Потом я рассчитал через Наилисту выехать через Калмыцкую ССР. Вот, выйти на Ставропольский край, доехать до Орджоникидзе. В Орджоникидзе идет начало военно-грузинской дороги. Это начало. Это 100 километров военно-грузинской дороги с перевалом 2400 метров над уровнем моря. Тут фотографии, там вот на них видно все. Потом я решил опуститься до Батуми. В Батуми погрузиться на корабль, чтобы детям показать, ну, чтобы выйти в море на этом Запорожце, ну, чтобы, как говорится, было и для себя, допустим, с машиной не ездить. Такие были планы.
Так вот, в Батуми мы приехали вечером, а теплоход ушел, ну, буквально на 2 часа мы не успели. И придет только через 3 суток. И вот мы приехали, а потом стали, посоветовались. Это ждать 3 суток. Расположиться, то надо искать место расположиться около Батуми, все. Но Крым есть Крым, а Кавказ есть Кавказ. Ну, получается, Северный Кавказ мы уже проехали, да? Ждать 3 суток. Давай будем ехать по Южному Кавказу, давай. И вот мы решили, на теплоход уже не получилось у нас, решили по Южному Кавказу. Начиная от Батуми до Керчи, вот это проезжаем мы своим ходом, на этом же Запорожце, на Керчи, на Керченскую переправу, и переезжаем это вот в Крым. Из Керчи там на Феодосию и пошли по Южному, это вот побережье уже Крыма. Но в то время у меня уже был мое место отдыха от Судака, 18 километров, такое было дикое место, большущая подкова, называется Чабан-Кале. Отдохнули мы и уже Чабан-Кале, это вот на Киев. Эта поездка у меня прошла, это вот 6000 километров. Користувалися повагою запорожці і в сільській місцевості, у тому числі завдяки своїм всюдихідним якостям. Гарною прохідністю ЗАЗ-965 зобов'язаний гладкому днищу, невеликим звисам кузова, незалежній підвісці всіх коліс, постійному завантаженню ведучих коліс і порівняно широкій колії. В особливо в важких випадках, коли автомобіль був не в змозі сам вибратися із збруду, його екіпаж при певному старанні завжди міг визволити досить легку 650-кілограмову машину з полону. Ну, от, к примеру, прийшли ко мені. Нужно было роженицу отвезти, а не на чем. Грязь кругом. Хотели на тракторы сделать, ну куда же на тракторы? Так я отвез, только следом шел трактор, на всякий случай. Так он говорит, я удивляюсь, как он проехал по этой грязи, потому что я на тракторе буксовал на Беларуси. Так что у него проходимость великолепная. Я по лесным дорогам везде езжу. То есть отзывы были замечательные именно по проходимости. Так что тут мы не прогадали о том, что заднюю подвеску применили дагилановскую. Что касается передней подвески, почему именно блок такой поставили? Дело в том, что 600 килограмм и ни грамма больше. Шаг вправо, шаг влево – это расстрел. Ну, я утрирую. Жесткие очень требования были именно по техническому заданию. А применить какую-то рычажную подвеску, значит, надо усиливать. Иначе брызовику уж не подцепишь. Поэтому применили именно торсионную блочную эту подвеску, которая все нагрузки принимает на себя. По комфортабельности, конечно, она жесткая очень, ускорения они завышенные, но тем не менее другого выхода у нас попросту не было. Незважаючи на компактні розміри машини, на передніх сидіннях було досить комфортно. У передній частині Запорожця розташовувалися багажник, 30-літровий паливний бак, запасне колесо і акумулятор на батареї. Додатковий невеликий багажник був передбачений за заднім сидінням. Салон автомобіля, несмотря на микроразмер автомобиля был достаточно большой. Интересная деталь. Первый автомобиль нашего легендарного штангиста Леонида Жаботинского был горбатый запорожец. Я туда нормально помещался, люди с большим ростом, за счет длинного туннеля одножного
нормально помещается в эту машину. Панель приборов достаточно простая, ближе к мотоциклетной. Датчик бензина и датчик температуры масла. Не давление масла, а температуры масла, так как двигатель воздушного охлаждения. Соответственно, основным показателем была температура масла двигателя. Все очень просто. Замок зажигания, включение света фар, подсос, три педали. Проще некуда. Ну, в то же время и ломаться нечем, по большому счету. Несколько сигнальных ламп, давление масла, на включение дальнего света. Очень маленькое зеркало, маленькие солнцезащитные козыречки, аккуратненькие такие. Сиденья достаточно комфортные. Сзади, конечно, места больше для детей, чем для взрослых. З листопада 1962 року почалося виробництво автомобіля ЗАЗ-965А з двигуном потужністю 27 кінських сил. На ньому застосували більш досконалий карбюратор. Замість двох глушителів встановили один, а повітрозабірник на кризці капота сховали під кронштейн номерного знака. Двигатель мощностью 24 лошадиных силы изначально был. Чуть позже его форсировал до 27 сил путем замены карбюратора. Двигатель имел небольшой ресурс, где-то 40-50 тысяч километров. Но достаточно ремонтопригодный. В любом гараже можно было отремонтировать. Характерная особенность, что спецы некоторые могли его снимать за 30-40 минут. То есть очень быстро снимался путем опускания вниз двигателя, подъема машины через двигатель в дальнейшем. Ну, для своего времени достаточно был нормальный двигатель. Самая главная болячка этого двигателя – перегрев. Он боялся перегрева, поэтому можно на многих запросах увидеть различные конструкции дополнительных воздухозаборников. Очень часто это встречается, потому что в жару, конечно, они не выдерживали. Очень слабый был теплообмен. І за счет этого не перегрівалися, і машина відказувалась їхати. У 1966 році виштампування напередку зувігнутого стало опуклим, а емблему у вигляді зірки змінила емблема у вигляді щита. На передніх крилах з'явилися жовто-гарячі повторювачі поворотів. У середині машини поставили кермо з утопленою маточиною. З листопада 1966 року на деякі машини почали встановлювати двигун потужністю 30 кінських сил і генератор змінного струму. Запорожець з успіхом експортувався, у тому числі і в капіталістичні країни. На деяких експортних ЗАЗ-965АЕ на крайці багажника встановлювали новий шильдик з торговельною назвою машини «Ялта». Был вариант для экспорта. Запорожец с другим хромом, с длинным кривым молдингом вдоль борта, с другой светотехникой, выпускался на экспорт. Но интересно то, что в англоговорящих и в других странах слово «запорожец» произнести, ну, наверное, мог только хорошо подготовленный филолог, правда? И поэтому на экспорт он назывался иначе – автомобиль «Ялта». Иногда, когда иностранные коллекционеры приезжают, они спрашивают «Ялта». Ну, не все наши, так называемые, специалисты по ретроавтомобилям могут однозначно понять, о чем, собственно, идет речь. «Ялты», оставшиеся в Советском Союзе, не попавшие на экспорт, сейчас особо желанный, раритетный экземпляр. Экспортна модифікація мала поліпшену шумоізоляцію і внутрішню обшивку. У стандартне оснащення входили попільниці і радіоприймач. Зовні її легко відрізнити за косими молдінгами на боковинах і дзеркалом заднього виду на лівому передньому крилі, а всередині – за більш якісною обшивкою салону. Основні дві модифікації – це стандартный запорожец, тот, который шел как бы на внутренний рынок, и модификация «Ялта», которая шла на экспорт, экспортировалась в Финляндию, Грецию, Болгарию, ну, страны СЭВ все полностью.
Причем достаточно успешно, у них хороший план был по автоэкспорту. Весьма удачно это продавалось. Ну, недолго, на смену пришел 66-й, а потом «Москвич» и «Волга», то есть их затмили. Были исполнения с правым рулем, очень интересно, для почтовых служб СССР. Очень много было разновидностей для инвалидов, то есть А, Б, 965 А, Б. Пошел потом Запорожье ЗАЗ 965А с модернизированным движком, карбюратором, который был более мощный, уже не 24 лошадиных силы, а 27 лошадиных сил. И так далее. Но на конвейере он не так долго продержался, с 60 по 69 год. Для автомобиля Советского Союза это не так много. Поштова модифікація ЗАЗ-965С була створена на замовлення Міністерства зв'язку СРСР. Кермо розташували праворуч, щоб водій міг одразу виходити на тротуар. Задні бічні стекла поштового фургона були закриті металевими панелями, тому що замість заднього сидіння на машині розмістили великий багажник для зібраної пошти. Хочеться вспомнити, просто версії неізвісної запорожців. Так называемый почтовый вариант с заваренными боковыми окнами задней частью, правым рулем и одним сиденьем. То есть этот автомобиль заезжал на бровку, подъезжал к почтовому ящику, водитель прямо из окошка подставлял мешок под почтовый ящик, выгружал почту, забрасывал мешок в салон и ехал дальше. Говорят, эти автомобили была редкость чуть ли не в экспериментальном порядке. Я в своем детстве в Киеве такие машины еще помню. Сьогодні, через 50 років з початку випуску, запорожці сприймаються не просто як засіб пересування, а предмет культу, що об'єднав навколо себе безліч шанувальників. Провели мероприятие, тобто ще на 50-летие запорожця. Зробили саму велику колону запорожців на набережній в місті Запорожжі. Внесены были в Книгу рекордов Украины, как самая длинная колонна горбатых запорожцев. Но зрелище было замечательно. Порядка 160 машин было. Со всей Украины, причем приехали и поляки, и немцы, и Россия была, и молдаване, и, по-моему, даже французы. Ничего, у нас в багажнике запасной есть. Да? Странно. Представляю, как бабушка обрадуется, увидев, что мы купили машину. Чего ты кричишь? Я же не глухой. Знаю. Пусть все соседи слышат. Ну что, собираются, что ли? Да, и спидолу захвати. Под музыку отдыхать будем. Ладно. Виробництво ЗАЗ-965 було припинено навесні 1969 року. 966-й, що змінив його на конвеєрі, належав до більш високого класу автомобілів як за габаритами і технічними параметрами, так і за ціною. Країна втратила найдешевшу модель особливо малого класу. Усього з листопада 1960 року по травень 1969 з конвеєра зійшло 322 166 екземплярів запорожців ЗАЗ-965 усіх модифікацій.